Саша открыла для себя рисование в возрасте 8 лет. Сейчас ей 13, за это время она успела отточить свои художественные навыки. И с каждым годом любовь к искусству только растет, рассказывает воспитанница Звенигородской застудии. Свои работы девочка выставила впервые на отчетной выставке «Мы, дети Звенигорода» в городской библиотеке номер 1. Понравятся ли людям мои работы, чтобы... Ну, кто-то оценил, может быть, кому-то понравится, это, ну, интересно узнать. Для Александра это значимое событие, как и для других юных художников. На своих картинах они запечатлели красоту родного Звенигорода, а также яркие натюрморты и портреты. Все работы написаны под четким руководством преподавателя Светланы Владимировны. Для ребят их учитель является примером и мотивацией для развития. И это неудивительно. Светлана Орлова – победитель международных конкурсов и активный художественный деятель. За плечами не один десяток выставок, пленеров и конкурсов, которые она регулярно организовывает. Просмотры, пленеры и отчетная выставка – это традиция нашей застудии. Для меня это всегда волнительно, потому что мне очень приятно, что приходят мои выпускники. А детям, которые сейчас еще учатся, для них это такой стимул. Они заряжаются от этих встреч. И, конечно, это большое событие для нас. На выставке представлено 70 работ, исполненных в разных техниках. Учащимся из-за студии от 5 до 17 лет. Для многих эта выставка первая. Но в творческой жизни ребят это большой шаг. Поэтому поддержать художников пришли их родители и друзья. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».